Всем привет! Всем большой привет из города Норильска. Вы знаете, сегодня погода вообще отличная. Говорят, что сегодня будет плюс 27 градусов. Погода отличная, когда ты, допустим, не на работе находишься, а когда ты в отпуске, ну или вообще у тебя работа такая, что ты не привязан к месту. Да. Я сейчас уже в отпуске, мальчики и девочки. Да, у меня с 1 августа отпуск. Я улетаю на материк в Завидово. Вот и хотел спросить у вас, вы будете смотреть видосы, которые я буду снимать в Завидово? Вот, напишите в комментариях. Это важно. Потому что с города Норильска я не смогу ничего снимать. Я могу, конечно, публиковать какие-то старые видосы вот с города Норильска, но, конечно, хочется что-то новое однозначно. Мне, знаете, что нравится в отпуске? То, что ты, допустим, там на месяц, на два становишься свободным, не привязанным к чему-то. Но деньги кончаются. Так что вот такая вот история, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Всем пока, до скорых встреч. Ну и не забывайте, самое главное в этой жизни, всем добра.